Фойе концертного зала имени Чайковского. Легендарный зал имени Чайковского наполнен зрителями перед концертом Малера, музыка Малера. Самый авторитетный зал, в котором всегда звучит прекрасная музыка, в прекрасном исполнении и еще с комментариями ведущих. Это незабываемое зрелище и мой любимый зал концертный. Не в том дело, что нас сегодня будет интересовать первая симфония молодого начинающего композитора, которого признают гением полвека спустя после его смерти. Это как раз в истории музыки вполне в порядке вещей. А вот что не в порядке вещей, в этом придется как следует разобраться. Оркестр России имени Евгения Светланова под управлением маэстро Михаила Татарникова. Мы имеем все основания поздравить вас, друзья. Вы благополучно вместе осилили первый том этого симфонического романа «Титан» Малера по Жан-Полю. Том этот, кстати, назывался «Из дней юности и терновых цветочных плодовых фантазий». Такими фантазиями в других книгах Жан-Поля
обычно называются лирические отступления, когда автор вдруг начинает неожиданно или спорить с читателем, или обращается к нему с письмом, которое как бы неожиданно вложено в текст романа, ну и так далее. Все это и многое другое о писателе Жан-Поле мы можем узнать и, кстати, из программки нашего сегодняшнего концерта тоже от Татьяны Александровны Паскаковой, которая свой небольшой комментарий для этой программки предпослала. Мои коллеги, я очень признательны ей за помощь в подготовке нашей сегодняшней встречи с Малером и Жан-Полем. Татьяна Паскакова – выдающийся литературный переводчик и, кстати, многих других книг Жан-Поля. Именно она переводчик на русский язык, но не «Титан». «Титан», повторяю, пока не переведен. Кафе ресторан Чайковский. Такая же здесь прекрасная обстановка. Изысканно. При бывшем театре Мирхольда. Так выглядит исторический туалет в зале Чайковского. Уникальные зеркала. Медные экраны. Пальмы. Зеркало. И старые афиши. Конечно же, старые афиши. Сезон 43-го года. Старинная плитка на полу. И крутая лестница вверх. Очаровательно. Ресторан Чайковский. Здание, где находится концертный зал Чайковского. Пирожное называется Павлова. Один из вариантов многочисленных версий вот этого пирожного.